Волейбол в Мозыре пользуется заслуженной популярностью, но так сложилось, что только женский волейбол развит в столице Полесья на профессиональном уровне, а в дежур Мозырского нефтепрорабатывающего завода «Жемчужина Полесья» отделение по этому виду спорта имеет только команды девушек. А ведь раньше мужские дружины Мозыри, юношеские команды, были представлены на всевозможных турнирах, и вполне вероятно, что эти времена вернутся, ведь наконец-то в нашем городе открылась секция по этому виду спорта, и ведет ее в прошлом тренер из дежур «Жемчужина Полесья» и профессиональной одноименной дружины, хорошо известный в волейбольном мире Сергей Алексеевич Рутта. Группа у нас, как вы видите, это волейбольная. Это набор мальчиков произошел у нас в этом году, то есть с 4 по 11 класс. Так что все желающие можете приходить. Это любительская группа, правда, она платная. Так что контакты вы найдете, где меня найти. И что касается этой группы, то перспектива такая на будущее. А хоть она и любительская группа, но мы рассчитываем на то, чтобы она какую-то внесла лепту в то, что когда-то у нас волейбол был уже немножко мужской забыт. И мы как бы стараемся его возродить. А возродить это, вы знаете, это очень дорогого стоит. Действительно, это дорогого стоит во всех смыслах этого слова, ведь трудно переоценить значение возрождения мужского юношеского волейбола для полесского спорта. Вместе с тем, для этого нужны условия, тот же зал, и большим подспорьем стал спортивный комплекс «Мозырь-Соль» и его легендарный инструктор Виктор Александрович Кричко, который поспособствовал рождению этой любительской команды Сергея Рутта. Я хочу сказать, что благодаря Сергею Алексеевичу вот эта группа, она уже, ну, как бы дает свои ростки. Зернышко дает ростки. Я думаю, что интерес к волейболу очень огромен в городе Мозыре. Но учитывая, что отделение волейбола в детско-спортивных школах закрыто именно мальчиков, поэтому мы надеемся вот на эту группу. Я думаю, что она будет расти с каждым месяцем. К Новому году уже она обрастет. И уже не будем набирать, а уже будем отбирать людей. Но что набор, что отбор, в обоих случаях наши следующие собеседники были бы приглашены для занятия волейболом в эту группу подготовки, которая становится настоящей спортивной семьей. У нас очень сплоченный коллектив друзей, и мы хотели, чтобы это стало очень профессиональным, и занимались дальше, потому что мы все стремимся стать профессионалом. До профессионального волейбола ребятам предстоит еще нелегкий путь. Вместе с тем, уже сам факт занятия волейболом, игра на площадке с друзьями-соперниками – это радость. И учеба замысловатой, но такой захватывающей волейбольной науки. Конечно, это хорошо. И с 5 класса я играю в волейбол. Заинтересовал тем, ну, хорошая игра, собственно. Конечно, это хорошо, то, что мы собираемся, играем, учимся. Планируется, что лучшие воспитанники Сергея Алексеевича Рутта сыграют в нынешнем сезоне в чемпионате Мозырского района среди учебных заведений, и можно не сомневаться, ребята не станут мальчиками для битья, ведь уже сейчас они кое-что умеют, а в будущем, возможно, герои нашего сюжета составят основу Мозырской мужской волейбольной команды, которая будет выступать в чемпионате Республики Беларусь.